Здоровенькі були. Привет всем биологам, археологам и любителям всяких древностей, всяких костей, торчащих из земли. Мы, правда, кость не нашли, но мы находимся на берегу Днепра. И вот Днепр волнами подмывает, склоны осыпаются, дождями размывает, все осыпается. И мы в одной из вот такой глыб нашли древнюю, которой миллионы лет, вот, ракушка, она большая такая была. Вот такая ракушка, смотрите, как она переливается. А ну-ка, мы ее сейчас помоем, надо ее немного помыть. Шторм, о, как она блестит. Посмотрите, какая красота. Ну вот она. Какая красивая, она вот такая была, здоровенная ракушка. Это какая она ракушка, как вы считаете, как она называется? Амани, что ли? Ну, в общем, древняя улитка, которая жила тысячи лет назад. Потом здесь был ледник, и, как говорят ученые, он тут, когда этот ледник двигался, он перемолол тут всю землю. Ну, в общем, это, конечно, не доказано. Ну, в общем, какая-то тут произошла такая фигня, что все тут передохло и влипло в эти земли, а теперь это все размывается и выпадает. Вот сегодня буквально обвалился кусок земли, и мы сейчас немного тут поколупаемся. Ну, в общем, то, что мы уже нашли, это уже хорошо. Хочу достать белемнит, и вон они, смотрите, в скале загрузили там. Будем восхождение делать. Так, во, это что у нас? О, какой кусок. Ой, они рассыпаются. А это что? Что это такое? Ой, осторожно, падает глыба. Она падает. Это что? Ой, это что это такое? Это раковина какая-то. Ё-моё, целая раковина.
Так, а ну осторожно, сейчас на оператора глыба упадет. Это целый моллюск, целиком, смотрите. Вот он, это две створки. Этому моллюску, как и этим белемнитам, миллионы лет. Ничего себе. Целая ракушка, древняя. Еще мамонты не родились, а она плавала в океане, который здесь был. Так, а что тут еще? А вон еще, по-моему, одна ракушка. Так, заберите у меня эти ракушки. А ну-ка, что это? Что это тут? О, вон еще эти. Ой, упала. Вот она. А, вот она. Не, это кусок, это не целая. Ну, в общем, тут целые залежи. Целые залежи древних этих моллюсков. Так, если я сейчас загремлю отсюда. О, смотрите, какая фигня. Ой, ну, в общем. О, вот они, вот они. Представляете, сколько тут всего. О. Ой, а там внутри кристаллы. Смотрите, она рассыпается. Эй, мое. Что робится? Сейчас я, кажется, упаду. Так, у меня сейчас хвост вырастет, я стану обезьяной здесь. Так, надо мне как-то слазить отсюда. Так, всем удачной рыбалки, так сказать. Я уже хочу отсюда слезть. Ё-моё! Так, ну ладно. Залез-то я залез, а как отсюда слазить? Я, по-моему, не знаю, как отсюда слезть. О, вроде слез. Так, еще бы золотишко тут найти. Где бы тут золотишко, а? Где тут золотишко есть тут? Так, так, а, что-то блестит. А, вот. Вот. Ой. А как его? О, что это за... Это какой-то хрусталь тут. А что это такое? Я не знаю даже, что это такое. Ё-моё. Чё ж не взять было с собой молоток какой? Ой, а это что? Вот это, что это? Это какие-то кристаллы. Гипса, что ли? Это, по-моему, кристаллы гипса. Ну, я не знаю, честно говоря. Так, геологи, скажите, пожалуйста, что это такое? Ну, в общем... Ой, в общем, тут столько всего интересного. И вы, когда приезжаете на такое место, пожалуйста, не делайте, как я. Потому что я тут все расковыриваю, а это не надо делать. Пусть себе будет все как есть. Ребята, мы нашли зубы дракона. Ха-ха, смотрите, зубы дракона. Но это я пошутил, конечно. К сожалению, если бы мы нашли зубы динозавра, было бы вообще классно. Но мы нашли белемнит. Ну, как белемнит? Это такая, как бы, что ли, скелет, позвоночник древнего моллюска, который напоминает... Ну, говорят ученые, которым не всегда, конечно, можно верить,
Ну, это древний кальмар, у которого скелет был. Ну, он длинный мог быть, могли маленькие, маленьких, маленьких, большой, большой. Ну, в общем, скелет древнего кальмара, который назывался белемнитом. Вот здесь они осыпаются, осыпаются, и всякие древности вылазят из земли, одним словом. Ну, в общем, а вот это у нас, знаете, что вот это? Это вообще страх туриста, который пришел на Днепр и проколол все нафиг ноги, потому что это семена, этот орех водяной, он такой острый и такой твердый, и не дай бог вам босиком ходить по берегу песчаному, днепровскому, потому что инвалидами станете. Вот, вот сюда не ходите, я вот тут кидаю, и сюда не ходите. Ладненько, идем дальше. Смотрите, какая красота. И когда-то миллионы лет назад это было живое существо. А потом из-за катаклизма, ну не знаю какого катаклизма, каждый разный говорит, чуть ли не, некоторые говорят, чуть ли не ядерная война, богов, третьи говорят, что это метеорит, четвертые, еще какая-то там планета столкнулась. Ну, в общем, никто ничего не знает. Известно только, что была вот такая жизнь в океане. Так что привет всем с Древнего океана. Так, ребята, ну, в общем, посмотрели мы тут, походили, ноги все побили, надо домой идти отдыхать. Ладненько, берегите природу и живую, и мертвую, как оказывается. Ладненько, всем пока.